Виктор сыграл на него. Мяч оказывается в ногах у Егора. Жесткий стык на площадке, но игра продолжается. И Бакиня не забивает. Но не забивает благодаря шикарнейшей игре. А Пархоменко лично для меня номер один в таких вот эпизодах. Когда с близкого расстояния расстреливают ворота, у него и реакция, еще парень там молодой. И само